По Тверью была открыта первая часть северного обхода столицы Верхневолжья. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель правления госкомпании «Росавтодор» Вячеслав Петушенко. Всех присутствующих в режиме видеоконференц-связи приветствовал зампредседателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Вот там, где за моей спиной стоят грузовики, и начинается тот самый северный обход Твери по скоростной трассе М-11. И сегодня открывается его первая половина, 34 километра. Благодаря этому автомобилисты смогут беспрепятственно уходить на Бирск и дальше на Ярославль. И в итоге они экономят время, а улицы Твери будут разгружены от лишнего транспорта. Помимо транзитных путешественников, а также водителей фур, выгоду получат и жители Твери. Северный обход будет соединен с большим машиностроительным кластером, в который входят вагоностроительный завод, предприятие технопарка. Дополнительная возможность развиваться появляется у промышленности, туризма, жилищного строительства. Проект также имеет огромное экономическое значение для северо-востока Верхневолжья. Это развитие северо-востока Тверской области, который был ограничен в транспортной доступности. Это и пассажирские сообщения, и перевозка грузов, и туристический поток. Ожидаем, что уже во второй половине 2024 года мы сможем развивать северо-восток нашего региона и транспортный коридор на Вологду и на Ярославль. Всего на данном участке работали до 2500 специалистов-дорожников и 950 единиц техники. Они возвели 17 искусственных сооружений, включая мост через Тверцу. Также установлено свыше 1000 опор освещения, 150 километров барьерного ограждения, 78 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. И все это на 3 месяца раньше срока. Во многом благодаря тесному сотрудничеству с областными властями, убеждены в Росавтодоре. Мы до начала даже стройки определяли трассировку, как нам лучше пройти, по каким местам, чтобы не затронуть населенные пункты, чтобы сети, которые необходимо будет переустраивать, минимизировать эти затраты. И благодаря вот этой подготовительной работе нам удалось вот за 1,5 года эту работу завершить. Теперь строители приступают к прокладке второй очереди северного обхода Твери. И эту работу они также намерены завершить раньше срока. Не в ноябре, а уже летом будущего года.